Апикомплекса или споровики, я сразу сейчас цикл хочу рассказать. Почему их так назвали, споровики? У них есть стадия, такая очень странная стадия, когда они покрыты оболочкой плотной, которая называется спорой. И в этой оболочке, кстати, а споры, вы знаете, у нас вообще-то только у растений. Да, фактически. Чтобы у животных спора была, это что-то достаточно странное. Но они покрыты достаточно плотной оболочкой, а внутри под оболочкой находятся два животных, таких небольших очень, у многих представителей типа апикомплекса паразитических. Но, знаете, такая история, что не у всех, правда, так. Не у всех так оболочка и там два каких-то под спорой находятся, под оболочкой споры находятся два уже животных. У многих это именно так. У малярийного плазмодия такого нет, никакой плотной оболочки у него нет. Он существует без оболочки. Отдельно сами плазмодии плавают. Сейчас буду показывать, как малярия распространяется. Но если мы посмотрим на других, то вот у них стадия спор есть, да, и жгутиков никогда нет. То есть апикомплекса абсолютно лишены каких-то структур для передвижения.